И всем привет, с вами Ростиксон, сегодня на связи Рэй. Позадаем ему вопросы про щитки. Привет, Рэй. Всем здорово. Что ты сейчас делаешь вообще в щитках? Ну, как сказать, в целом сейчас в своем альфа геймплейс сканируем щиткоины, иногда заходим. А сейчас вот именно последние пару месяцев мета очень изменчивая. И ты даже не успеваешь следить за метой. Иногда уходишь в реал лайф с друзьям где-то почилить. И когда вернулся домой, увидел до хрена ракет, когда был вне дома. Вот такие дела. А где вообще находишь монеты, которые в чат закидываешь? Ну, в целом, по разным источникам. Но самый дефолтный для всех — это из дескринера, иногда свои колеры. В целом, я юзаю фотон, там задержка миллисекунды, и показывает тебе точный график. С мобилки юзаю фасоль. А в каких-то платных приватках состоишь? Вот, или знаешь, альфа-колах? Я вот недавно вообще подписался на какой-то рандом-канал за $150 за неделю. То есть вообще, откуда ты еще берешь инфу? А ты про там курим крипту, да? Не, не про курим, вот. Там вообще какой-то там рандомный этот, там на 500 челов каких-то американцев, как я понял. Там рандомный этот бот. Ну, я в альфах, в приватках сижу у там и у колер из Европы, там, с Телеграма. Но особо их не чекаю, так как у меня у тебя сами колеры, сами источники хватает, так как уже, не знаю даже, у Dior есть, короче. И у... Не знаю, у кого там я был, всех вышел, не знаю там. Просто у меня сейчас нормально заходят колы, я думаю, там, не знаю даже, там зайти и все такое. А, то есть так просто, ты монеты находишь декскринера и через других колеров, я правильно понял? Ну, раньше часто брал из декскринера, а сейчас в новом прям колет свои колеры. А, понял, ну, там, понял. Каналы тоже, приватные, все такое. А как определяешь вообще, я видел, ты монеты еще в чат закидываешь. Вообще можешь рассказать про чат немного, про свои колы какие-то вот сейчас? Ну, стату небольшую, за последнюю там неделю-две. Ну, вот так. Про свои колы в чате, именно в Gambler Place, там в целом много ракеток с моего кола. Там есть ребят, если ты там был, заходили, сделали диксы, зарабатывают саланы. И все такое. И какой у тебя банк сейчас в щитках? И процент от депа вообще какой в щитках? Ну или ты, если ты не хочешь банк говорить, можешь сказать там от какой-то суммы. Было бы интересно прям. Ну, я думаю, это всем интересно, но я не буду афишировать это. Ну смотри, пока это больше 10к баксов? Ну, как сказать, около того. А, ну уже норм, это уже прям... А процент денег в щитках какой у тебя? Не буду афишировать пока что, хорошо? Ну, но более 50, да, в щитках? Ну, не в щитках, я имею в виду вот... Maybe потом. А, maybe понял, потом. Понял. А с чего вообще начинал? Что... Какие ошибки были? Что новичкам посоветуешь? Вот, расскажешь про это. Ну... Ошибки в своем начале, ну, я начал как average трейдер в щитках, попадал в раги, в ханипоты и не знал про все это, а изначально надо было изучать про все это и потом заходить. В тот момент у меня не было человека, который меня обучил бы и типа такое, но я думаю, скоро открою и обучалку по щиткам для новеньких, которые там заходят в щитки и все, какое я хотел фиксовать свои депозиты. Понял, понял. А как давно уже торгуешь? Я вот это не услышал. Ну, в целом, плотно начал это и лето. А в целом знаком с щитками с зимы. Так как у меня был канал с около 300 подписчиков. Я был подписан во многих криптоканалах и следил за ними. И где-то пост увидел, что там написано про щиткоины. И как это дало, по-моему, 20 или 40 иксов.
и сразу заинтересовался. И потом постепенно искал инфы, все такое. Но в то время у меня была учеба, и особого времени и внимания не уделял. Но как бэкграунд задачи иногда чекал и все такое. Но всегда прям попадал в раги, в ханипот и все такое. В то время прям многие не шарили, так как там все там с камеры девы зарабатывали с ханипота, с раги и все такое. А сейчас в целом рынок щиткоинов, в рынке щиткоинов меньше рагов и меньше ханипотов. Это вообще круто все. А, я, кстати, удивлен. Я просто вот только недавно в щитках, наверное, недели две. Такс. И какие у тебя самые большие потери на щитках были? Может, там процент от банка, можешь сказать, еще рассказать какую-то историю, знаешь, такую ключевую ошибку, почему эта потеря была? Ну, у меня в крипте был, это большой у меня там, 23к долларов. Ну, потерял. Ну, и про это я сейчас не могу сказать тоже. А, ну окей. Было время, короче, я прям депрессию словил. И потом я постепенно... А еще сейчас я про чат хочу сказать, спросить точнее. Я заметил, ты там часто свои колы кидаешь. Я прям даже, знаешь, иногда чекаю чат такой, смотрю. Блин, там какой-то... Короче, нету монеты, которые ты закидываешь. И дальше скипаю. Как ты будешь развивать чат? Потому что я посмотрел, в основном колы ты кидаешь и Руслан. Как у тебя это вообще происходит там? Ну, про Руслана не могу ничего говорить, так как там, ну ты сам знаешь, если там посидел. В целом, я думаю, я планирую открыть приватку. Понял. Так как ну, прикольно. Там пару чел написали, то что там, находясь в твоем фри-чате, типа за пару дней сделал за такую-то сумму, за такую-то солану. И я думаю, что мой там Gambler Place Free Alpha чат лучше, чем у многих приватка каналах, приватка альфах в СНГ. Да, кстати, вот я сейчас просто чекаю еще на фоне, ну там закрепы, какие там колы были на монеты. Тут нормальные такие иксы. Так, что еще у тебя хотел сказать? Может, блин, что-то мы с тобой подзабыли про твой ТГ сказать. Положим. То, что у тебя ТГ есть, что ты туда периодически закидываешь ссылку на чат. То есть я бесплатно попал в твой чат. По копитрейдил, кстати, заработал. Но я не вовремя заходил, когда ракеты уходили, блин. Вот это прям такой фома-моментик. А, что вот расскажешь про свой канал? Вот я тебе сказал, точнее, что канал будет твой по ссылке в описании. Ну, как сказать, в последнем, прям насчет свой паблик, там только выходят рекапы и инвайты в тот альфа-чат. И все. А в целом планирую создать приватку. А, рекап — это когда ты показываешь, что было, да, в этом? Да, результаты. Вот даже в закрепах стоит этот долгожданный рекап результата. А, ну да, я посмотрел. Я сейчас просто вот показываю. Что мог еще раз? Я мог там, типа, мог ежедневно там колить и сразу там сделать ежедневные рекапы на свой паблик-канал. Но просто у меня был там, ты сам знаешь, ирел какие-то дела. Я был очень занят. И я думаю, лучше будет так. Типа, иногда выходят там через, например, каждую неделю выходят рекапы. А, вот, я прямо сейчас просто рекап читаю с 2-6 августа. И тут мне понравилось, что даже есть комьюнити-колы, их, конечно, меньше. Но что один туда мой затесался на этот бар. Я покупал на 100 баксов и 200 фиксанул. Ну, в общем, круто. Спасибо большое тебе, на самом деле, за чат. Прикольно, еще спасибо, что поделился каким-то опытом своим. То, что каждый может бесплатно попасть в твой чат, следить за твоими колами. Спасибо. Тебе что-то тоже. Еще хочешь сказать? Ну, не знаю. Подпишитесь на Росиксона, если его не знаете. Подпишитесь на меня, если вы обо мне не знали. Ну, всем удачного профита, всем удачного дня. Желаю
иксануют свои депозиты.